Приготовим сегодня котлетки. Сейчас лук возьмем. Не сильно большой. Добавим в фарш еще молоденький кабачок. Котлетки получатся сочные. Такой большой. Вот такой вот. Мы его добавим. Здесь у меня фарш смешанный. Сюда же буду натирать на крупную терку половину молодого кабачка и две средние луковицы. К фаршу добавляем натертый кабачок с луком, яйцо, соль добавляем, перец черный молотый добавляем по вкусу. И 2 столовые ложки добавлю манной крупы. Все хорошо перемешиваем. И нужно этот фарш хорошо еще отбить. Нужно хорошо фарш отбить. Раз 10. Умакиваем руки в холодную воду. И формируем котлетки. Жарим на хорошо разогретой сковородке с растительным маслом до золотистого цвета. Я жарю на среднем огне. Обжарили его до такого золотистого цвета, перевернули, накроем крышкой и жарим с другой стороны до золотистого цвета на среднем огне. Котлетки готовы. Сейчас приготовлю салат и будем ужинать. Готовьте и кушайте на здоровье. И будьте здоровы!